Здравствуйте, в эфире новости Люберецкого районного телевидения. В студии Юлия Иванова. Коротко об основных темах выпуска. Старые заботы новой службы. Управление по работе с территориями возьмет под контроль различные сферы жизнедеятельности города. Статистика не радует. Первый месяц года доставил немало хлопот люберецким пожарным. Не по карману. Жители Московской области недовольны повышением цен за проезд в электричках. Критерии качества. Около 8 тысяч анализов питьевой воды производит за год химико-бактериологическая лаборатория Люберецкого водоканала. Великие даты Великой войны. О подготовке к 65-й годовщине Победы нашей съемочной группе рассказали в управлении соцзащиты населения. Жизнь прожить не поле перейти. С 90-летним юбилеем ветерана Дмитрия Киселева поздравила наша съемочная группа. Стихи о войне. В Центральной детской библиотеке прошла выставка, посвященная памяти поэта Александра Твардовского.